С вами Станислав Андреевич. Здоровья вам, вашим близким. За ваше здоровье могу поднять фреш. За меня стоит, но не буду, потому что руки заняты. Короче, сейчас в Камбодже нахожусь. Это экстренное включение. Наткнулся здесь на местную пищу. Такой некий колорит. Здесь, как видите, тараканы, короче, скорпионы, какая-то змейка. Тут еще, говорят, жарят крыс, но я пока не нашел. Найду, обязательно попробую. Я просто такой человек. Ну, я считаю, что нужно попробовать. Я, правда, не уверен, что они сами жрут, а не туристам втюхивают. Но я, если честно, таракашков уже захал, вроде вкусные. Короче, давайте начнем. Я просто на ваших глазах в качестве эксперимента сожру пару тварей божьих. Но они уже убитые. Так, вот это вот тараканчики. Я ем и... Они напоминают... На самом деле, если не думать о том, что это тараканы, они напоминают какие-то жареные семечки, что ли, прям. Вот, ну, семечки, кого-то семечки жареные ешь с очистками. Ладно, этих я уже не буду есть, я уже въебал целую палку. Так. Они солененькие. Короче, скорпион. Стремно жрать, блядь, а то отравлюсь нахуй еще. Говорят, можно есть, бля. Ну что, с Богом, ёп. Но он какой-то безвкусный, но слишком жирный. Они, видать, его потрошат, сушат, дабы яд вышел. Хотя, может, это не ядовитый, хер знает. Я на самом деле не разбираюсь, их же много раз закидал. Похоже, как будто ешь вобло, и вот, ну, какие-то попадаются мелкие эти самые косточки, и ты их ешь, вот, ну, не настолько твердые, чтобы выплюнуть, ты их можешь проживать, жуешь, и вот этот вкус какой-то безвкусной кости. Ну, змейка, я думаю, вас не удивит. Какие-то червяки, блядь. Короче, все это безвкусные, самые вкусные, короче, тараканы. Ладно, не буду доедать, на самом деле, ну, ничего отвратительного я не испытываю. Но не особо вкусного нет. Потому что, ну, как бы такую хуйню не люблю, я вообще воблу не люблю. Поэтому я, пожалуй, выложу, может быть, даже сегодня этот видосик. Прям буквально на днях, завтра, возможно, послезавтра выложу распаковку. Пока здоровья вам, вашим близким, путешествуйте. И есть такой закон туриста. Если ты что-то видишь и хочешь купить, либо что-то попробовать, и, ну, понятно, без там, без утрирования, без фанатизма, если ты там увидишь что-то, что стоит баснословных денег, там не надо закладывать квартиру. Но если ты видишь, тебе на это, в общем-то, хватает денег, либо ты хочешь попробовать, но почему-то не хочешь, ну, как бы, ну, не позволяешь себе этого делать. Пробуй, короче, потому что один раз живем, попробовать нужно, ну, если не все, то много. Главное не отравиться от этой хуйни. В общем, ребят, здоровья вам, вашим близким. С вами был Станислав Андреевич из Камбоджи.